канале «Рукоделие наслаждений», и с вами я, Наташа. Очень рада, что у меня появилась возможность такая записать это итоговое видео, где я покажу вам готовые работы за август месяц именно в правильное время. Я этому очень-очень рада. Итак, сегодня я хочу показать вам свои готовые работы, свои покупочки, подарочки. Ну, давайте тогда начнем. Итак, в этом месяце у меня почему-то напал сезон шапок. Если вы помните, раньше у меня были скрабис, потом коронки, несколько шалей маленьких. А сейчас мне именно захотелось вязать шапки. Может быть, потому что у нас в середине августа наступил такой осенний запах в воздухе. Хоть деревья еще все зеленые, трава зеленая, но начали уже идти дожди немного, и появилось немножко... запах вот этой осени прекрасной прохлады, и сразу захотелось вязать шапки. Вот, и у меня связалась вот такая вот пачечка шапочек. Две из них абсолютно одинаковые, только одна вот немножечко длиннее, а вторая немножечко короче. У меня был моточек, вернее, это было два моточка по 50 грамм серой полушерсти. И я в вязальном дневничке показывала, как я начала вязать. Ну и хотела просто такую плотненькую шапочку серую с полушерсти с подворотом фиксированным вовнутрь связать. И так получилось, что я начала вязать, но полотно такое было жесткое, забитое, и мне абсолютно не понравилось. Поэтому я поняла, что нужно что-то менять. И я решила взять ту же серую ниточку и добавить туда... Хотела добавить ниточку кицилка, но потом я все-таки передумала только лишь по одной причине, что у меня был один моточек вот такой вот молочной бэби альпаки. Это почти такая же, как у Lace Brushed Alpaca, только у меня была она от Knit Picks Brushed Alpaca Lace. И там 92% идет супер бэби Brushed Alpaca и 8% нейлона. Вот, и я ее сюда добавила, и вот в моточке эта Brushed Alpaca, она была как, знаете, такая ниточка, как будто вот она, ну, немножко зачуханная, знаете. А когда я ее сюда добавила, и после стирки, видите, как полотно распушилось, и еще плюс в этой полушерсти серенькой у нее была пух такой был темно-серый. Ворсиночки, а у Baby Alpaca получается молочный. И получился, видите, такой очень-очень красивый меланж и пушистость, и вообще полотно такое вот именно, знаете, вот то, что нужно. И интересно, что из одного моточка получилась шапочка длиннее, а со второго покороче. Вот, ну, это, то есть, можно одну носить с отворотом, а вторую просто как бини. Дальше мне захотелось вязать, такие у нас в Канаде часто вяжут шапочки из толстой шерсти. И, получается, я пошла в магазин и купила три моточка вот такой пряжи, вот таких цветов, и решила попробовать чего-то связать. И одна шапочка решила я связать просто резинкой. Вот, на спицах 8 миллиметров вязала. Пряжа полушерсть, там 50% шерсть, называется 50 акрил, это козий вол называется. И она фирма By Loops and Threads, для тех, кого, может быть, это интересно. И я вязала на восьмерочке. И вот это из 100-граммового моточка у меня получилась такая шапочка без отворота. Но она из-за счет того, что она такая толстенькая, она очень хорошо сидит, даже без отворота. Дальше у меня связалась вот такая шапочка. Вернее, первая была вот эта бордовая. Я ее связала. И, кстати, они немножко разного размера, если вы видите. Хотя здесь набрано петель одинаково и связано одинаково, но они немножко разного размера. И я не могла решить, какой цвет мне лучше подойдет, этот бордовенький или этот зеленый. Но я знаю, вот этот зеленый такой травяной, он всегда мне идет, как и этот цвет. Вот, поэтому у меня добавили шапочки, эти тоже, то же самое пряжа, козий вул, полушерсть, тоже вязала на восьмерке. И вязала резинку и основное полотно шапки, все на восьмерке. Хотя можно было, наверное, перейти покрупней, но что я сделала, я вот в каждом вот этом вот рисунке таком, я добавила одну петлю. То есть три петли взяла от резинки и одну петельку добавила. И это дало хороший объем шапочки. Вот. Очень-очень рада я. Вы, может, если помните, я в том году такие тоже вязала, только серые, ну, именно вот этим узором таким. Вот. Очень
мне понравилось, и они так хорошо сидят, и не хочется сейчас одевать, не хочется портить прическу. Я, может, постараюсь отфотографировать и добавить вам фотографии сюда. Вот таких вот 5 шапочек у меня связалось. Дальше не буду вас томить. На мне находится изделие, кардиган, который я очень-очень долго вязала. У которого ажурные рукава, который я вязала для тест-нита, называется Fairy Lights Cardigan, и он уже есть на Ravelry, описание на английском языке, и я добавлю ссылочку на него под видео. Вот, мне, в принципе, нравится, как он получился, вот это узор очень хорошо раскрылся. Работы было, конечно, очень много, но, мне кажется, результат такой достаточно прикольный получился. Вот, единственное, что мне кажется, что петелечки, они немножко большеватые. То есть, по идее, для таких пуговок, ну, видите, здесь для на планке как бы не поставишь особо крупнее пуговки, да? Но петли большеватые получились, и когда закрываешь, да, то хочет расходиться. Вот, поэтому нужно... Что нужно сделать? Нужно либо пуговки побольше пришить, либо петли как-то немножко подделать, чтобы пуговки не открывались. Но вообще, в общем, я этой работой очень довольна. Он очень хорошо сидит, такой удобный. Правда, я никуда в нем еще не ходила, но сегодня пойду, потому что я хотела сначала вам его, конечно же, показать, а потом уже начать носить. Ну, потом, в принципе, в процессе вязки носки можно рассказать вам, что к чему. И эта пряжа, она у меня... Сейчас я вам покажу ее. У меня еще осталось. Это была пряжа вот такая вот от Knit Picks. Вот тут. Фирма, если что. И здесь 40% Superwash Wool. Но мне кажется, меринос, потому что никакой такой определенной жесткой шерсти вообще не намечает, не чувствуется. 40% Super Kid Mohair и 20% полиамид. То есть это вообще пряжа рассчитана на носочки, но такой классный состав, что я просто не могла начать вязать носочки из нее и решила связать такой кардиган. Если вы видите, как здесь такой Kid Mohair пушок такой, но он абсолютно не колючий. Я не знаю, это пряжа, она просто настолько мягкая, и мне кажется, после каждой стирки пух будет выходить еще больше и больше, и он будет такой хороший, такой тоненький, но теплый кардиган. Дальше у меня связался случайно еще один кардиган, и я его сейчас одену и покажу. Вот, смотрите, так, покажу вам сначала. Вы, наверное, помните, я вязала кардиган для своей дочери из Drops Air, и я уже связала его практически полностью. Он должен был быть на нее оверсайз, да, на меня он так более-менее, ну, нормально так сел. Вот, и я, получается, ей не... она хотела такой кардиган, если уже такой кардиган, он должен был быть длинным, а пряжи у меня не хватало, то есть мне нужно было бы, наверное, еще как бы два моточка дозаказать, чтобы сделать его длинным. Либо в прошлом году были модные такие укороченные джемпера, не кардиганы, а именно джемпера. Вот, и тогда она сказала: мам, свяжи мне тогда джемпер, может. И я думала отрезать рукава, распустить тело и перевязать его в джемпер. Вот, ну, естественно, к нему не добралась, и в этом году я решила спросить у нее, какую модель она хочет. Я думаю, может быть, она жилет какой-то, знаете, с воротником хочет или что-то. Вот, ну, в общем, спросила у нее, и она сказала: мама, ты знаешь, вязаные вещи как-то не актуальны сейчас у подростков в Канаде. Вот, поэтому я решила, думаю, ну ладно, что пряжа там лежит. На канале у Лана Ви вяжу стильно. Ну, просто Лана, вяжу стильно, так. И этот самый. У нее есть такой классный мастер-класс, резинка, жилетка с горловиной, резинкой, реглан, погон. Вот. И она как раз вяжет из Drops Air. И я подумала, почему бы мне не связать из этого кардигана жилетик для себя, без рукавочку, и носить зимой. И так как низ у меня был не закончен, то есть резинки не было по низу, я уже взяла оттуда нитку снизу и уже как бы с этого изделия начинаю вязать новое изделие.
Но потом меня посетила мысль, подожди, если она не хочет этот жилет, а кардиган, он практически связан. То есть у меня оставался всего лишь один моток пряжи, и мне оставалось закончить низ, короче, ну вот здесь вот резиночку провязать и, короче, планку. И все. И, короче, этот самый... И я подумала, почему бы мне не довязать его и не носить самой? То есть, а если мне он не понравится, всегда можно, ну, либо типа подарить, либо еще что-то сделать, не знаю, может быть, через год станет модно здесь, это для подростков, и она сама его, знаете, захочет носить. Поэтому я решила вот довязать его, и чему очень рада, потому что я подумала, жилет-то я могу из другой пряжи связать. Вот, и что хочу сказать, как я набирала планку, то есть я вот здесь вот, где планочка идет до момента, вот где я начала бабочки делать для V-образного выреза, вот здесь я набирала из 3 петель 4, а вот от этого места и вверх везде, то есть я уже набирала в каждую петлю просто, потому что я хотела, чтобы вокруг горловины, ну, более по мне было, а низ, чтобы не был так сильно подстреленный, да. И я его сниму, потому что очень тепло, и это изделие невероятно теплое. И, кстати, у меня ушло на него 6 моточков, то есть 300 грамм, ну, может, там, знаете, грамм 5 или 3 грамма осталось, вот, но все сюда ушло, и у меня, то есть, если это на S, то это был бы оверсайз, да, у меня где-то иногда S, иногда M, не знаю, но он на меня явно хорошо сидит, то есть не оверсайз. Вот. Так что, а за белый, кстати, кардиган, я вам не сказала, который Fairy Lights кардиган, который из этой пряжи, на него ушло 270 грамм. То есть почти 3 пасмы. Так. Дальше. Я вам покажу еще одну готовую работу, но назвать это готовой работой, это как бы за уши притянуто. Вот, но я вам все равно покажу. Это кардиган, который я вяжу для моего сына. Вяжу в этом месяце, кстати, я купила эту пряжу, тоже три бобинки купила в каждом моточке, таком 140 грамм. Да, и теперь у меня кицил где-то в глазе. В общем, 140 грамм. Это 100% акрил, и здесь получается сколько? 200 метров на 100 грамм. Нет, 200 метров на 140 грамм. Да, 200 метров на 140 грамм, пряжа идет такими розоводиками, и я решила вязать кардиган для своего сына, для школы, и, ну, как я говорила, я хочу несколько акриловых кардиганов, несколько шерстяных, потому что мне нужны какие-то вещи в гардеробе, которые очень легко стирать в машинке и в сушилку бросать. То есть даже если шерсть супервош, ее можно стирать в стиралке, но нельзя бросать в сушилку. То есть нужно разлаживать, чтобы изделие подсохло. Вот, поэтому мне нужны какие-то вот такие вот трудовые лошадки, которые легко постирать и легко, да, высушить. Вот, и я вязала его... Тоже, ну, начала вязать, и мне пришлось его перевязывать, потому что я решила попытаться, ну, испытать электронный счетчик расчет петель в интернете. И, короче, я решила попробовать, думаю, как он посчитает. То есть, ну, думаю, это же детское как бы изделие, можно порепетировать на нем. И я, получается, посчитала, и оно дало мне такое количество петель, по-моему, 140 или... что-то такое. И я думаю, как бы, ну, для такой пряжи толстой спиц это как-то сильно многовато петель, но все равно решила, конечно же, образец не вязать и просто начать вязать изделие. Ну, это такое получилось пышная юбка, как на меня. И мне пришлось, я там провязала кусок, мне пришлось распустить и начать вязать заново. Вот, пуговки, кстати, я смогла найти в местном магазине, потому что я думала, какие же сюда пуговки, и мне кажется, черненькие такие темно коричневые хорошо идут, потому что в самой пряже есть такие вкрапления темненькие. И почему я вам это показываю как готовую работу? Ну, в общем, вот этот рукав я вчера вечером, по-моему, за 1,5 часа или 2 связала. И я знаю, что сегодня я довяжу вот этот рукав, и потому что у нас скоро школа начинается. Вот, а следующее итоговое видео я буду снимать как бы в конце сентября, а это уже целый месяц практически этот кардиган будет ходить в школу, и я не знаю, в каком он состоянии будет. Я, конечно, понимаю, что акрил, он такой, ну, в общем, с ним что ни делай, ну, большинство акрила, он там прекрасно, ну, в крайнем случае, ладно,
акрил, который у нас здесь в Канаде продается, он очень крепкий, стабильный, там не закатывается, там его можно носить, 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 он, короче, неубиваемый, да, как бы больше. Поэтому, может быть, этот свитер будет неубиваемый кардиган, а может и убиваемый, я не знаю. Ну, в общем, решила вам сегодня показать его. И у меня на него, я так посчитала, уходит, сейчас посмотрю. Короче, я думаю, что с этим рукавом, когда я довяжу, уйдет на него 320 грамм. То есть у меня здесь еще останется, и, наверное, я свяжу шапку, потому что, ну, моему сыну нравится все красное, и у него есть одна шапка, такая вот шерстяная красная, которую я вязала, но, возможно, как весной, она же будет очень жаркая для него, да, шерстяная двойная шапка, поэтому я думаю, такая вот шапочка просто резинка или что с одним отворотом будет как бы самое то, ну, просто от ветра, да, защищать. Вот, такие у меня дела, и больше всего у меня готовых работ нет, только, да, три кардигана и шапки. Ну, этот голубой кардиган тоже он был связан раньше, просто я его довязала сейчас до конца, да, только один моточек там вывязала. Ну, и этот кремовый кардиган, он, сами знаете, долго вязался, но я рада, что он довязался, что мне не нужно больше пока что на тоненьких спицах вязать, вот. А носочки, к сожалению, у меня никакие в этом месяце так и не связались, вот. Ну, дальше давайте перейдем к подаркам. Покупкам. Я думаю, вы помните, я участвовала в совместном проекте «Вязание на выживание». И мы снимали видео, да, вязали одну вещь за один проект за неделю, и нужно было заснять это видео и выгружать. Вот, и кто не выгрузит видео и не довяжет вещь, тот выбывал. Это было так интенсивно, и мы вам без конца там рассказывали про наших спонсоров. Потому что у нас было 5 магазинов, которые захотели призами поддержать наш проект, мотивировать нас. И тоже там зрители что-то выигрывали. Вот. Но приз, который я выиграла, я не попала в первую тройку. Там была первая тройка, а потом все оставшиеся люди из нас... То есть на нас там делилось 2 приза. Ну, в конечном итоге все получили какой-то приз. Но из 2 оставшихся призов был маркеры для вязания и блокнот. И так получается, что Маша, привет, Маша, она выиграла маркеры, потому что за нее проголосовало больше людей, чем за меня. То есть я из 5 человек была потом, или 4, была на 2-м месте. И поэтому мне достался блокнот для проектов. А это именно приз из всех призов, который я больше всего хотела. Но когда мы вязали, я как бы не совсем помнила, кому достанется блокнот. Но блокнот я хотела. И этот блокнот от My Knitting Projects. Она на Instagram. Я оставлю на эту фирму ссылочку под видео. Вот. И да, в общем, я этот приз больше всего хотела, и так получилось, что я его получила, потому что для меня я обожаю пряжу, и я обожаю канцелярию. А этот блокнот — это как типа вязание и канцелярия, все в одном. Так, и здесь я на него делала подробный обзор у себя в вязальном дневничке. И здесь еще такие вот, видите, улетают. Вот эти такие закладочки, которые, я так понимаю, дополнительно сюда вставляются, где нужно. Так, и здесь я вам просто, может, коротко покажу, потому что интересно же, да, но не все смотрят. Вот здесь, например, смотрите, и здесь есть еще добавки разукрашки. Я очень люблю гелевыми ручками разрисовывать вот такие вот взрослые, как они, терапия называется, разукрашки. Вот, а здесь вот как планы есть, даты. Дальше здесь идет мои заказчики, например, да, если вы вяжете на заказ. И здесь заказчики, контакты. И тоже такая разукрашечка. Вот, дальше называются мои проекты. И тоже. Ну, только на первой страничке, да, идет разукрашка. А здесь такое вот название проекта, для кого, начало работы, окончание работы, размеры, мерки, комментарии, эскиз. Вот. И вот здесь идет пряжа, инструменты, комментарии, образец,
расчет на плотность вязания, расходы материала, затраченное время на работу. И здесь вы можете еще чего-нибудь там прикреплять. И тоже схемы рисовать можно. Вот, и потом идет новый проект. И здесь так идет на много-много проектов. И дальше в конце самом здесь есть такое место с такой графленой бумагой. Здесь, я не знаю, может, страниц 10 или больше, наверное, может, даже 20, где вы можете делать свои рисунки, разрисовывать, жаккардовые схемы, наверное, ажурные. В общем, по клеточкам можно разрисовывать. И в конце, еще немаловажно, идет линейка. Мне это, кстати, очень понравилось, потому что я постоянно теряю свой сантиметр куда-то. Он у меня один и одна линейка. И, в общем, мне нужно либо докупить, а если у меня проектный блокнот со мной, то я могу замерить. Я уже, кстати, использовала несколько раз эту линейку. Вот, ну цвет я могла сама выбрать. В общем, спасибо, Наташа, за такой классный подарок. Спасибо, что ты была спонсором для нашей игры «Вязание на выживание». Еще у нас такая игра будет в октябре, и только там будет уже побольше участников. И, ну, в общем, я жду не дождусь октября, чтобы снова поучаствовать в этом проекте, потому что это было очень интересно и весело. Вот. Дальше мне приспичило, короче, мне приспичило попробовать спицы Лики, и здесь их нет, потому что они уже в моем проекте, я начала в предыдущем дневничке, я показывала, что я начала crazy проект, короче, плед с спицами, с бобиной пряжи, и там такие цвета несовмещаемые, но получается классный эффект, мне нравится. И я заказала 7 мм спицы Driftwood, это они такие темненькие, ну, такие же темные были, на темной леске. И я решила просто проверить эти спицы. Дальше я заказала себе такие зинги. Я их старалась купить как-то, зинги красненькие, но хотела купить не 2,5, а 2,25. И случайно купила карбоновые вместо зингов. Получается, как-то не обратила внимания, но я же знала, что зинги, у них идет другой цвет от размера, в зависимости от размера спиц. А я как бы не помнила, какой цвет должен быть для 2,25, и как-то, наверное, в магазине люди смотрели спицы и повешали, да, не на ту, ну как, линию. И я, получается, купила карбоновые. И сейчас я решила все же заказать зинги такие красненькие, потому что 2,25 это то, что я чаще всего использую, и деревянные как бы не всегда удобно, если там манжеты закрывать или что-то. И еще купила вот такие вот спицы, тоже 2,5, но они с насадочками. Но я, если честно, думала, что они будут только вот чуть-чуть подлиннее вот этих спиц. Но это я просто невнимательно, короче, посмотрела. Но вообще из вот таких вот со стопорами одна, а с одной стороны спица, да, с этой стопоры, по-моему, вот это самое короткое. В крайнем случае, на том сайте, на котором я заказывала, это было lovecrafts.com, там вот эти были самые короткие и были еще одни подлиннее. Вот эти 25 сантиметров. И я их купила. Почему? Вы помните, я вяжу вот это свое одеяло из квадратиков, которое я уже долго не вяжу. Вот. Но мне как бы не совсем удобно с такими спицами вязать. Потому что когда я вяжу и бросаю квадратик, ну, посередине, например, две спицы торчит, то иногда они хотят выехать. Вот. А я подумала, если такие будут, то когда я оставляю вязание посреди квадратика, то я просто сдвину сюда, к краю вязание, и здесь получается еще длинная спица в надежде, что я не буду терять петли. А еще, если я использую спицы от носочного набора, да, у меня до вот этих, у меня был только один набор Чиагу 2,5, и больше не было такого набора спиц, то если я беру Чиагу для вязания пледика, тогда, если я хочу, ну, на носках мне нужно пятку или мысок провязать, то мне как бы надо ждать, пока квадратик довяжу. Вот, теперь эта проблема решена. Ну, можно это использовать, но я думаю, что вот эти спицы решат всю проблему. Единственное, я не уверена, если мне будет удобно с такими длинными краями, но я попробую. Вот. Дальше. Это подарки, покупки. Так, и покупки пряжи теперь. Эту я вам показала. Это Бернат. Вот так называется.
пряжа достаточно приятная, то есть это не такой скрипучий акрил, он очень мягкий, приятный, похож на хлопок, по ощущениям, для меня. Вот, и дальше мне пришлось сделать еще одну покупочку, но это очень приятная покупка, потому что моя дочь попросила, чтобы я для нее что-то связала. И, ну, как мамы подростков, да, вы знаете, что дети просят что-то редко, подростки. Малыши-то, конечно, хотят все подряд. А вот подростки или там постарше, да, дети, то есть они уже там знают, чего они хотят, чего будут носить, чего не будут. Вот, и им жалко просто мамин труд, да, чтобы она вязала в шкаф. Вот, и она попросила меня, чтобы я связала ей подушечку, звездочку. Я постараюсь вставить эту фотографию где-то. Она мне прислала фотографию. И я такую звездочку вязала, только маленькую. Получается, есть бесплатное описание на нее на английском языке. Может, даже на русском где-то есть, я не знаю. Но на Ravelry есть на английском. И получается, эта звездочка, если вяжешь, ну, тоненькость, пряжи тоненькими спицами, то есть я на 2,25 вязала, я, по-моему. Он получается такое маленькое украшение, которое можно на елку повешать, еще куда-то. А если вязать крупными спицами, то получается такая крупная звезда. И мне, если честно, кажется, что на Ютубе есть мастер-классы по такой звезде. Я точно не уверена, но мне кажется, что я когда вот давно искала маленькую звезду, мне кажется, что мне попадался мастер-класс именно на подушку. Звезду, вот. Но, короче, подушечка должна была быть кремового цвета, да, такого, как немножко молочного. Вот. И я спросила у нее: ты хочешь подушку? Тебе важно, чтобы она была из шерсти, например, из мериноса или чего-то? Либо тебе нужна подушка, которую ты можешь легко стирать и кинуть в стиралку, в сушилку и не переживать о ней? Потому что, ну, важно, да, чтобы человек не постирал, и эта подушка стала таким маленьким каким-то комочком. Вот, поэтому я у нее спросила, и она сказала: да, я хочу такую, которую легко стирать. Поэтому я поняла, что это должен быть акрил, либо хлопок. Но хлопок, он классный, но в нем проблема, что он тянуться, да, начинает растягиваться. Короче. Вот, и у нас появилась такая классная пряжа в магазине, акриловая. Она называется Red Heart Hugge. Но эта пряжа, ее просто... У нее как есть такой пушочек, как травка, знаете, вот пряжа-травка. Только здесь как-то очень мало этой травки, но большинство идет нить. Но нить очень-очень мягкая и приятная. Видите, из нее можно пледики вязать, там шарфики, всякое такое. И здесь я вам сейчас скажу. Здесь 141 грамм, 121 метр. И здесь 70% акрила и 30% нейлона. Я не знаю, это нейлон делает такую разницу, либо просто другой вид акрила. Я не знаю. И, короче, я купила, я хочу держать одну или две ниточки вот этой пряжи. И я купила еще вот такой вот здесь 400 грамм хлопка. Хлопок этот я использовала, я из него вязала и дышклосы, я вязала из него маски. Вот, и вот такая огромная штука, конечно, она мне вся не понадобится, и, возможно, 4 мотка этой пряжи не понадобится, но я просто не знала, сколько у меня уйдет, и решила, чтобы не рисковать, потому что вот эту пряжу, цвет ходовой, да, то есть его легко могут купить, но вообще это у нас можно, ну вот если один моток целый остался, его можно вернуть в магазин, поэтому этот, конечно, если отсюда возьму, уже нельзя вернуть. Вот, ну, сейчас я буду вязать образцы, попробую, может быть, я возьму две ниточки вот этого акрила и одну ниточку хлопка. Почему взяла хлопок? Потому что вот этот, я же вам говорю, акрил, он настолько мягкий, классный, то есть если из него плед вязать, то можно спокойно вот одну. Но мне же нужно, чтобы звезда держала форму, поэтому я решила взять хлопок просто для того, чтобы взять этот акрил более жесткий. Вот, потому что, ну, реально, вы видите... Вообще, я думаю, что я же буду для своих дочек еще кардиганчики акриловые тоже вязать. И я подумала, что вот эта пряжа будет очень хороший выбор. То есть для сынишки такая, потому что она поплотнее, такая крепенькая. А вот эта именно такая мягкая-мягкая. Мне кажется, если связать кардиганчик, особенно с капюшоном, это вообще для худи будет так удобно.
прям вообще прям себе хочется с такой вязать. Ну, в общем, я начну вязать и посмотрю, как эта пряжа вообще в полотне выглядит, потому что я даже образец еще не вязала. Но в магазине я пробовала образец, но сама не вязала еще. Вот, такие у меня новости. Для меня, короче, это так радостно, что я смогу связать эти подушечки для своей дочери, и это будет очень классно. Вот, и, как всегда, я вам рассказываю о каком-нибудь канале вязальном, новеньком. И я некоторое время назад мне Вера с канала «Вера на Итынь подкаст» подсказала, дала ссылку на канал и сказала, ну, посмотри, может, тебе будет интересно. Вот, и я посмотрела тот канал. Мне понравился, но потом я его как-то потеряла, то есть я как-то не подписалась сразу. А потом и забыла имя канала, и, короче, не могла его найти. Потому что каналов много, да, вот что-то посмотришь, что-то понравится, а потом попробуй его найди. И я ей написала Вере, я говорю, Вера, что за канал был? Короче, она, конечно же, вспомнила, у нее хорошая память. И этот канал называется «Вязание без правил». Вот, эта девушка живет в Америке, работает на большом грузовике. Ну, просто трудно поверить, потому что она такая нежная, женственная девушка, и она работает на грузовике огромном. Вот, так водит его. И она тоже вяжет, ну, она большинство вяжет из бобинной пряжи, и большинство из кашемира. Вот, ну, короче, интересно, потом я вот нашла заново для себя, открыла этот канал, и как у меня привычка с самого начала идти просматривать все видео. Я так и сделала с этим каналом тоже. Вот. И мне понравилось. И я вам рекомендую, если захотите, заходите, смотрите. Я так понимаю, что хозяйка канала, она дружит с Марией ВД, которая канал ведет тоже. Все вы ее, наверное, знаете. Вот. Ну, просто интересно было, я не знаю. Порекомендую вам, вы зайдите, посмотрите, решите для себя, если вам нравится или нет. Потому что я знаю, что нам, вязальщицам, вечно там, ну, не хватает чего смотреть. Потому что мастер-классы — это классно, они очень сильно помогают, когда тебе нужно что-то связать. Да, ты нашел там или технику, или что-то. Но вот когда просто сидишь, вяжешь, то хочется вязать, ну, не под мастер-класс. Но особенно как мне. У меня просто мозг кто-то начнет считать те петли, которые человек в мастер-классе вяжет, и я забуду про свое вязание. А если человек просто рассказывает про свои работы готовые, про вязание, про пряжу, да, тогда очень легко концентрироваться на своем вязании и смотреть. Вот. Это все мои новости для вас, которыми я хотела сегодня поделиться. И все, пока, до новых встреч. Я думаю, что следующее видео, которое выйдет на моем канале, это будет вязальный дневничок, потому что я думаю, что на этой неделе я начну его записывать, потому что у меня появились такие, ну, интересные проектики, которые уже провязаны, да, там частично, и можно уже есть чего показать вам. Вот, спасибо, что вы со мной. Не забывайте, оставляйте свои комментарии. Всегда приятно услышать что-то назад, потому что это же такое наше место, наша вязальная группа, где мы можем общаться, делиться опытом и видеться. Вот и все, пока!